Итак, друзья. Добрый вечер. Здравствуйте. У нас сегодня специальный гость. Дмитрий Шаров. Да нет. Личной персоны пришел сюда, побрился. Да. И сейчас будет с вами показывать чашки, делать эксперименты и многое другое. Это, кстати, было все, потому что мы буквально будем показывать чашки, проводить эксперименты. Какой все эксперимент? Верно. Сегодня у нас эксперимент. У нас появился спор. А на чем же курица ярче? На кальяне с диффузором или нет? В общем, что мы делаем? Мы что берем мы? Каждую чашечку, да. Берем кальяны, на котором стоит наша камера, ну, и я сейчас вставочку сделал. Прогреваю, вот. Так. Прогреваем, пробуем и выясняем, какая разница идет между диффузором и классикой. Согласен, согласен. Я предлагаю пока взять уголечки, поставить чашечки и начать прогревать. Да, чашечки у нас вот. Ну, тут сейчас идет видео, видимо. Чашки идентично, одинаково забиты. Я не знаю, ничего там в этом сложного нет. По-моему, сделать две одинаковые чашки. И два одинаковых кальяна хуба. Хуба, хуба. Хуба. И как мы уже выяснили, один у нас Apex, а другой... Марс. Марс. Да, один с диффузором, другой будет без. Но они абсолютно одинаковые, кроме внешней накладочки. Тогда важно сказать, что мы максимально объективны. Неподкупные. Да. Не. Самое главное, если у кого-то останется вопросы, почему, во-первых, я кальянщик, у меня есть фартук. А, ну все, во-вторых, нет. У меня есть игровое кресло. Вот это деревянное. Поэтому я надеюсь, что ни у кого не останется вопросов, почему и как мы это сделали в плане объективности. Согласен. И всем понравится. Они получат легкий оргазм. Да, а сейчас новая заставочка, короче, вот сейчас. Загул. Загул Channel. Лучшее на YouTube. Наши угли уже стоят. Сейчас они прогреются. Потом прогреются чашки. Будем пробовать. Итак, мы должны одновременно поставить. Давай, раз, два, три. Все, супер. Ну, фартук-то есть? Значит, фартук объективно есть. Получается, елки-иголки. В общем, мы уже забили. Женя уже продувает. Дым есть? И курица еще. Но пока не курица. Ой, блин, чуть не упал. Сейчас мы прогреем и вернемся. Чувствуется? Да. На диффузоре. Ты не один, кто так считает. А ты как, кстати, считаешь? Я уже попробовал, я уже знаю, что тут мягче, здесь меньше аромка. Чувствуется. Но она не меньше, она чуть-чуть слабее просто. Ну давай. У меня фартук, я объективен. Согласен, ты объективен. Нет, это не надо. Нужно мне вот это. В разы мягче. Просто в разы. Пустее прям. А Шаров что говорил? Так я Дмитрий Шаров. Я говорю, короче. Ну, факт, меня в кадре не видно. У меня фартук, я объективен. И не подкупен. У меня еще игровое кресло за баром. Вот. Но мой клон, чуть больше с волосами, утверждал обратное. Поэтому мы и записали этот видос. Короче, никого не слушайте. Слушайте канал Загул Channel. Заходите в закрепы. Кайфуйте, отдыхайте, курите Dark Side. В не усложняй. Это правильно. И ни в чем себе не отказывайте. Давай мы быстро резюмирующе еще расскажем. И уже дадим Сереже покурить кальян. Хорошо, подведем итог. Итоги. Вот это диффузор, это классика. Да. Мы попробовали диффузор, мы попробовали классику. На диффузоре аромка менее яркая. Согласен. Курица мягче. Мы колодки ставили одновременно, прогревали одновременно. Там максимально приближено, ну, в наших условиях. Естественно. К объективности. И подводя общий итог, разница кардинальная. Не верите? Проверьте. Я еще от себя хочу сказать, что чашки вот что забиты абсолютно одинаково в отступ. Ну, насколько это, опять же, возможно, потому что две одинаковые чашки никогда невозможно сделать. Но курицы прям вообще по-разному. Здесь ярко чувствуется кашмир, сильно режет он на языке, но он такой маслянистый какой-то становится. Здесь ты куришь на диффузоре и, ну, мягко, хорошо, спокойно курится. Так что Дмитрий Шаров, версия 1.0, ты 2.0 уже, получается, обновленная версия. Ты не прав. Мы доказали. Давай сердечко сделаем, мы это делаем всегда. Можно, кстати, эксперта попросить. Да. Больше эксперта.
У него 10 лет, он говорит, что он шарит. Ты шаришь? Говорил, что ты шаришь. Вот. Ты, блядь. Не, погоди чуть-чуть. Блядь, ну это приятнее курить. Но вкуснее тот. Ну вот. Смотря с кем куришь, короче. На чем ярче, на чем менее ярко? Давай так, на чем более режущий или как это назвать? Без диффузора режущий и ярче намного. Все. Вот еще один эксперт в нашу копилочку, Сергей Зарубаев. Так получается все.